Главная новость уже широко известна. Вентспилс снова установил цветочный рекорд Гиннесса. И сейчас подробности, как это все происходило. Напомним, что в 2010 году Вентспилс установил свой первый цветочный рекорд Гиннесса. Около 80 тысяч цветочных горшков вытянулись в ковер длиной в 1666 метров. Готовясь к столетию Латвии, город решил... Было бы хорошо вот найти опять какой-то, вот установить рекорд Гиннесса. Может быть, опять связанный с цветами, чтобы это была большая тусовка с хорошим результатом. Хотелось что-то такое сделать, что делает народ, добровольцы. Сами делают команды, сами организуются. Мы им как бы помогаем, да. И, по-моему, вот это большая клумба с силуэтом нашего государства в честь столетия, она же будет потом, все, каждый год она будет приветствовать. Вентспилс положил на лопатки рекорд 2014 года, установленный в британском Бирмингеме, где 850 человек за 15 минут посадили 4250 луковичных цветов. Жители Вентспилса обошли британцев с запасом. 1293 человека за 6 минут и 28 секунд посадили 7756 подснежников. Почему подснежники? В городе уже несколько весен подряд сотни жителей высаживали сотни этих нежных цветов. В установлении рекорда приняли участие школы, учреждения, семьи и друзья. Действовали как единый организм, ведь и тренировки были. Организаторы очень хорошо поработали над тем, что они уже нам прислали материалы, как мы должны стоять, где мы должны разместиться. На улице было уже на асфальте нарисованы там циферки, мелом, да, 37-я команда, мы знали, где стоять. Это замечательный праздник весенний, побыть вместе со своим городом, с вентспилсчанами. Самое сложное, это даже не нам, да, ребятам, которые ученики, которые никогда не занимались садоводством, вот им надо было показать, как правильно выкопать, посадить, но они справились все. По правилам, наблюдать за установкой рекорда должны уважаемые в обществе люди. За созданием огромной клумбы наблюдали больше 30 человек, известных всей Латвии. Как Вентспилс, как те люди, которые здесь все, и жители, и участники, как они могут так сплоченно организоваться, это на самом деле, я думаю, что каждому городу надо было бы брать пример этот позитивный. И я просто очень рад, что я мог поучаствовать в такой хорошей организации. Идея для города, то, что много людей из семьи еще пришли, очень хорошо организовано. То есть это, я думаю, что хорошо. Я думаю, когда расцветет, я приеду обязательно, напишу. Не знаю, когда это будет, но обязательно, да. К столетию государства огромная карта Латвии с цифрой 100 в середине расцветет. И Алексей Наумов сможет запечатлеть эту красоту. И не только. Вентспилс не зря славится как один из самых зеленых городов Латвии. Этой весной глаз будут радовать почти 169 тысяч цветов.